Приморье посмертно награждает моряка, который спас 300 человек. Только сейчас стала известная история, которая произошла на борту эсминца «Быстрый». Перед самым выходом в море, когда весь экипаж был на борту, в машинном отделении вспыхнул пожар. Алдар Цединжапов, так зовут героя, практически в одиночку предотвратил взрыв и многочисленные жертвы. Константин Худалиев расскажет, как все было. О ЧП на борту эскадренного миноносца «Быстрый» стало известно лишь спустя полторы недели после произошедшего. 24 сентября в носовом отсеке корабля, который стоял у причала в закрытой военно-морской базе, вспыхнул пожар. В результате погиб 19-летний матрос. Корабль готовился к походу из города Фокино на Камчатку. Все 300 человек экипажа были на борту. До выхода в море оставалось несколько часов. Возгорание произошло в машинном отделении. Именно там нес службу машинист Алдар Цединжапов. Он оказался в очаге пожара, но несмотря на сильные ожоги, матрос стал бороться с огнем. Он закрутил вот этот вентиль, чтобы не допустить взрыва котла и гибели экипажа. Это грозило бы кораблю перерастанием в объемный пожар, наиболее сильными последствиями. Тяжело предсказуемо, как повел бы себя котел, который был брошен. В тушении пожара приняли участие и другие матросы, а также командир дивизиона. Несмотря на полученные травмы, сегодня они уже вновь в строю и будут представлены государственным наградам. А матрос Цединжапов получит орден посмертно. Алдара со 100% ожогом тела доставили в госпиталь. Он умер через 4 дня после происшествия. Капитан-лейтенант Алексей Коноплев и матрос Цединжапов Алдар представлены к ордену мужества. Двое других матросов, которые участвовали непосредственно в тушении этого пожара, и матрос Осетров и матрос Коровин представлены к медалям за отвагу. Пожар в машинном отделении потушили при помощи газа, который вытеснил из отсека кислород уже после того, как оттуда вышел машинист Цединжапов. Подвиг матроса уже увековечен на борту эсминца «Быстрый». Его личная койка теперь всегда будет заправлена по парадному. В кубрике фотография матроса и рассказ о последних минутах его жизни. Именем Алдара Цединжапова будет названа улица в его родном поселке Агинском Забайкальского края. Такое решение приняли местные власти. Тело матроса родители уже привезли домой. До дембеля он не дожил всего лишь один месяц. Эсминец «Быстрый» в результате пожара не потерял боеготовности. Отсеку потребовался лишь косметический ремонт. Но поход на Камчатку все равно перенесли на неопределенный срок. Похороны же матроса Цединжапова состоятся завтра. Константин Худалиев и Андрей Дека, 5 канал, Приморский край.